Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами начинаем наше путешествие со станции Керчь-Южная. Время на часах вроде правильное. Наконец-то они заработали, но не заработала сама станция и сам вокзал. Обещают 1 сентября все это дело открыть. Но прежде чем открыть вокзал, нужно к нему сделать подъезд общественного транспорта. Ну, просто дорогу сделать, чтобы можно было ехать на общественном транспорте и на собственном. Ну а сейчас мы вот с вами смотрим, стоит поезд, техническая остановка. Пока здесь выйти нельзя, билет до этой станции пока купить невозможно. Но остановка уже есть, потому что расписание составляется намного раньше, чем идут поезда. И потом в график поездов очень сложно что-то воткнуть или что-то отменить там. Поэтому вот 5 минут средняя остановка, 4, от 4 до 7 минут стоянка поездов на станции Керчь-Южная. Но мы берем в среднем 5 минут стоит поезд пока. Но вот здесь меня что смутило, посмотрите, поезд стоит, локомотив стоит непосредственно напротив пешеходных переходов. Будем надеяться, и 17 вагонов, последний вагон, обратите, у черта на куличках. Вы представляете, если вот так он будет останавливаться, когда пассажиры будут выходить, пока он доберется до пешеходного перехода, все проклянет. Вот если считать, сколько один вагон длиной метров, и вот на 17. Ну, я надеюсь, что это всего лишь техническая остановка, поэтому поезд остановился здесь. Потому что ну, на большинстве станций останавливается поезд так, что состав приблизительно находится посередине. Посередине состава приблизительно находится вокзал, здание вокзала. Ну, чтобы было более-менее одинаково идти там до пешеходных переходов. А здесь вот непосредственно прям локомотив остановился напротив здания вокзала. Списываем все это, что остановка техническая, что здесь даже двери не открывают. Видимо, может быть, вот он останавливается, локомотив, какие-то бумаги там передают машинисты или наоборот. А может быть, просто стоит. Но если действительно будет вот так, то это не очень удобно будет. Ну, скорее всего, нет. И вот только видите, когда тронулся состав, и последний вагон только-только вот пересекает пешеходные переходы и, собственно, само здание вокзала. Ну, если посмотреть, работы еще на станции ведутся. Кое-какие, практически все готово уже, озеленение здесь. А это вот кинологический комплекс, вот на 4 собачки, вольеры. Ну вот, самих обитателей этих вольеров пока не видно. Хотя, может быть, внутри там, при такой температуре воздуха, плюс 37-38 градусов, интересно, вот какое-то кондиционирование у них там будет, у служебных собачек. Ну, если нет, то это мука над животными, издевательство. Обещают вроде похолодание небольшое, до 30, до 29-30, ну, уже что-то. Температура воздуха, можно сказать, с температурой воды практически сравнялась. Заходишь в воду и не чувствуешь, что ты в воду зашел. А тем временем наш состав пересек Аршинцевский железнодорожный путепровод и уверенным темпом двигается к южному порталу тоннеля. Идет он, обратите внимание, по своему, по правильному направлению, по Джанкойскому, потому что идет в сторону Джанкоя. И если я правильно понял, это у нас четный путь, нечетный в обратном направлении. Ну, может быть, как всегда, что-то напутаю в этом вот. Четные, нечетные. Ну, короче, по Джанкойскому направлению идет, как и надо. До последнего момента не открывали это направление. Мы уже смотрели с вами. Вот здесь особенно хорошо видно, когда он проходит по путепроводу над трассой Таврида. Ну, еще насчет Таврида, раз уже назвали это слово. От Белогорска до Симферополя в 20-х числах, обещали 20-го
июля открыть в четырехполосном исполнении. И тогда будет от Керчи до Симферополя 4 полосы движения, почти 200 километров. Так что ждем и обязательно поедем прокатимся. А тем временем, какой аншлаг, какое движение на станции Керчь-Южная. Только-только отошел пассажирский состав, поезд дальнего следования. Тут подъезжает уже практически рельсовый автобус РА-2. Ну, пока вот на этом маршруте Керчь-Анапа и Анапа и Керчь-Феодосия, как я уже в предыдущем вчерашнем видео показал вам, кто не видел, посмотрите, маршрут от Керчи, от Феодосии до Анапы. И вот легкое разочарование было, я думал, хотя бы здесь РА-3 нам поставят, но пока вот только РА-2, их всего в парке Крымской железной дороги 3 штуки, РА-2. Ну и тем временем вот РА-2 подошел к вокзалу, а поезд заходит в тоннель. Вот такой трафик здесь уже более-менее, глаз радует. Вот, видите, заходят вагоны. Ну и продолжу мысль. 9 поездов РА-3 будет. Последние два поезда уже где-то на подходах к Крымскому берегу. Там в интернете много видео уже, что где-то вот в Воронежской области засняли их, поймали местные ребята и сняли видео. Так что скоро ждем последнюю партию рельсовых автобусов третьего поколения в Крыму. Ну и, естественно, тогда уже должны что-то и вот сюда поставить, потому что сейчас два утренние и вечерние стыки, а тем, как мы знаем с вами, что я имею в виду стыки Керчь-Анапа и Керчь-Феодосия, вот этих поездов, утренние и вечерние. Но в пятницу, субботу, воскресенье, в праздничные дни с Керчи до Анапы третий поезд идет. А вот стыка на этот поезд пока с Феодосией нет. Ну, может быть, он и не нужен будет. Все заделано под то, чтобы, допустим, вы приехали в Анапу ранним утром. Если вот с Феодосией отправитесь в 3 часа 15 минут утра на Керчь, то пересядете в 6, он прибывает утра, пересаживаетесь на Керчь-Анапа в 6.18 и в 8.18 вы в Анапе. И что у нас в итоге получается? В 3.15 с Феодосией и в 8.18 в Анапе. 5 часов идет поезд от Феодосии до Анапы. И если суммировать сумму проездную, то получается 606 рублей билет будет стоить от Феодосии до Анапы. Ну, с учетом, что сейчас трафик очень и очень напряженный. В начале видео вот вы небольшую видели заставку, таймлапсик, что в Крым вечером особенно хорошо видно, много идет автомобильного транспорта, и его становится все больше и больше и больше. Это видно по улицам Керчи, особенно на светофорах уже пробки по 200 метров бывает, может быть, и больше. Ну, сейчас засмеются скептики, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Ну, конечно, там километровые пробки, слава богу, пока таких здесь нет. Но машин очень много, прибавилось, так что и прибавляется с каждым днем все больше и больше. И электричка, вот это, кому нужно будет в Феодосию, допустим, вот 8 вы уже на железнодорожном вокзале, на маршрутку, там 2 километра, и вы в центре Анапы. Вечером то же самое, можете уехать в 19.45, с Анапы стартует вечерний поезд, и в 21.45 этот поезд в Керчи, а в 22 отправляется на Анапу. Ой, извиняюсь, на Феодосию заболтался. Тем временем наш поезд проходит станцию Керчь-Южная, Старый парк. А как мы с вами выяснили, что и Старый парк тоже оставили название Керчь-Южная. На здании
висит вывеска «Керчь Южная». Так что две «Керчь Южные» в городе Герои Керчи. Вот такая вот коллизия. Рассказал я вам вроде про эти электрички. Обязательно посмотрите предыдущий ролик. Там я все подробно рассказываю о маршруте Феодосия, Керчь, Анапа. Где останавливается, сколько стоит, когда по времени идет. Ну и я думаю, все-таки все равно РА-3 даже можно будет поставить на маршрут Керчь-Джанкой. Здесь по-прежнему маневровый тепловоз Чмуха таскает два плацкартных вагона. Я думаю, что в скором времени идет от 5 до 5,5 часов маршрут. Я думаю, что вот на эти маршруты, может быть, и поставят уже РА-3 в трехвагонном исполнении. Я думаю, что в двухвагонном будет мало, потому что если вот брать по плацкартным вагонам это направление Керчь Джанкой, то очень плотненько всегда там было, вот сколько ездил, у людей очень пользуются популярностью, тем более очень остановки, это восточный, северный Крым, достаточно популярное направление. Ну и тем временем наш поезд уходит дальше и дальше в сторону Керчи, главные вокзалы. 2 часа, ровно 2 часа, 145 километров маршрут Керчь-Анапа. Даже иногда на несколько минут раньше приходит. Вот в Керчь я несколько раз снимал, засекал время, на, может, на 3, на 4 минуты, на 5 прийти пораньше. Ну вот такой у нас, дорогие друзья, сегодня получился информационно-развлекательный ролик. Приезжайте в Крым, отдыхайте, а я на этом заканчиваю. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всего вам хорошего и до новых встреч!